Четверо пострадавших в аварии с автобусом остаются в больницах. Всего после массового ДТП в центре краевой столицы было госпитализировано 7 человек. Троих отпустили домой сегодня утром. Пассажирский автобус врезался в столб накануне вечером. На место ЧП прибыли спасатели, скорая, инспекторы ГИБДД и полиция. 17 пассажиров медики доставили в краевую больницу номер 1, а двоих детей отвезли в 7-ю детскую. По итогам обследования госпитализация потребовала 7. У тех, что остаются в стационаре, травмы легкой и средней степени тяжести. Добавим, что сегодня по распоряжению главы Барнаула Сергея Дугина прошло заседание рабочей группы по поводу ДТП. Было принято решение о проведении дополнительных инструктажей с водителями во всех пассажироперевозящих компаниях, а также об усилении контроля за соблюдением ПДД. Компании «Евробус Плюс», которой принадлежит автобус, что попал в ДТП, предписано решить вопросы со страховой компанией для выплат пострадавшим компенсаций.